Технические новинки для энергетики. В Центре управления сетями филиала ИВЭнерго установили диспетчерский щит, который отображает состояние энергосистем всего региона. Новинку пришел посмотреть губернатор Павел Коньков. Стоимость технического перевооружения обошлась ИВЭнерго в 23 миллиона рублей. До этого у нас находился щит, который прослужил нам 35 лет верой и правдой. Ну, как говорится, морально, физически устарел. И с развитием всех информационных технологий необходимость была в замене данного щита. Центр осуществляет круглосуточное управление работой филиала. На эту панель выводится порядка 7 тысяч сигналов со 141 подстанции. На любой ЧП диспетчер быстро реагирует и направляет рабочую бригаду. Дополнительно в щит встроена видеостена. На нее выводится необходимая аналитическая информация. Также на нем можно раскрыть как то всю схему Ивановской области, так и схему каждой подстанции. При этом, опять же, по ней мы видим все положения коммутационных аппаратов. Дальше на эту видеостену в рамках мониторинга ситуации у нас заведены несколько еще программ дополнительных. Сюда же выведена аналитика контроля за бригадами. Ее обеспечивает система ГЛОНАСС. Здесь учитывают любую информацию, которая может повлиять на энергоснабжение, даже метеоусловия. Каждая ремонтная бригада, она контролируется диспетчером. На мой взгляд, это очень важная вещь, потому что сегодня система позволяет в случае локального чрезвычайной ситуации делать определенные переключения, минимизировать ущерб от нее. Подобное оборудование позволяет очень быстро принимать решения. Вся техника отечественного производства. По словам специалистов, новая система позволит сделать энергоснабжение в регионе практически бесперебойным. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.